Твари! Бросаю гранату! Кис, стой! Ты что, совсем спятил? Беги к соединителю! Внимание! Разрывизация 17. Соединитель нестабилен! Знать, как она... Некуда! Пойдем так! После взрыва дверь заблокировала! Тут необходим код доступа! Кис, ломай к чертям собачьим эту гребаную дверь! Оружие к бою! Да-да, есть, есть! Включаю отмычку! Ящик отправляется на Сифору. Парни! Задание выполнено. Рино, уходим, уходим! Уэлитар, пошел! Мы потеряли черный ящик. Киз, он был у Киза. Все к черту. Ну, мы-то живы, а это уже кое-что да значит. Говорит Сифора, вы меня слышите, 2-1? Что произошло в соединителе? Сифора, слышу вас хорошо. Мы потеряли Киза. Кажется, у него в груди что-то взорвалось. Уинтер с тобой? Так точно, сэр. Что думаете про случай с Кизом? Все наши птички класса Шайн уже сбились в стаю и спешат к вам. Там почти 80 морпехов, им нужно где-то высадиться. Ангар вышел из строя, но есть место в грузовом отсеке. Понял. Направляемся к грузовому отсеку. Конец связи. Что-то не так. За мной. Сифора, высылаем вам запись. Сэр, эта штука не принадлежала десанту. На ней видна маркировка VU. Срань господня. Что?
Судя по датам, все записи сделаны после того, как мы получили сигнал от... Как там его? Капрал Хиггс. Сефора, это 2-1. Что об этом скажете? Сэр, на корабле есть еще кто-нибудь? Бишоп выходит на связь с ВЮ. У нас нет времени играть в детективов. Возвращайтесь в грузовой отсек. Оба! Конец связи. Боже, ну мы влипли. Сефора, говорит Белла из Рина 2-3. Слышите меня? Слышу, 2-3. Доложите обстановку. Я очнулась, подавившись какой-то тварью, типа паука. Сидела у меня на лице. Мертвая. Сэр, я отстала от своей группы. Есть какие-нибудь вести от моих парней? Остальные бойцы 2-3 считаются погибшими. Прости, детка. Выжившие из Рина 2-1 направляются к грузовому отсеку. Можешь туда добраться, 2-3? Что? Гарнет? Кис? Сефора, я что-то плохо соображаю. Даже не знаю, как туда добраться, сэр. Ты последняя из Рина 2-3. Постарайся вернуться живой. Конец связи. О'Нил, в чем дело? Похоже, это Белла. Она... у нас с ней... ну... Что у вас с ней? Спали с ней. Отвянь, бойскаут. Thank you.
Я официально требую снять меня с работы над проектом Элити. Я благодарен за возможность принять участие в таком инновационном эксперименте, однако боюсь, что не смогу исполнять свои обязанности в полной мере и с должной отдачей. Благодарю вас. Это был доктор Стэнтон. Да.
вижу Люркера! Хватило!
нужно добраться до верха гравитационного колодца! Там грузовые отсеки! Внизу! Сверху!
Сулако, мы прибыли в первый грузовой отсек. Если дойдем до центра управления, откроем двери и выбросим эту дрянь в космос. Что за бред? Ничего не делай без меня. Они на потолке! Сверху! Сверху! Задержись, а я открою эту дверь! Все нормально! Прикрой меня! Это выход! Прикрой, а я открою дверь! Уинтер, мы идем на посадку. Прием. Вас понял, Рейдер. Двери отсека закрываются автоматически. Так что поторопитесь. Да чтоб мне в кофе нассали. Так, все, держись! Сифора, из-за Уинтера я поцарапала свой любимый корабль. Другого у нас нет. Через пару минут корабль будет под контролем морской пехоты. Так что идем искать Беллу. Кто-нибудь скажет, что здесь произошло? Кто тут еще, кроме нас, на этом чертовом корабле? Сэр, мы контролируем боевой комплекс корабля «Сулаква». Противник бьет прицельно. Это «Рейдер 6-5». Открыли ответный огонь. Он прицельно. Они живые люди. Сэр, эти люди стреляют в нас. Не знаю, сынок. Первым огонь не открывать. Сможешь добраться до мостика и уничтожить весь боевой комплекс? Сэр, а вы там не... Понял, будешь сидеть на жопе ровно, все морпехи на обоих кораблях погибнут. Так что считай, что это не вопрос, а приказ. Шевелись, солдат!